Пензенские тигры собираются в дорогу. Бойцов отряда содействия полиции ждут в Самарской области, где будет проходить молодежный форум «Иволга». Там они станут помогать сотрудникам внутренних дел охранять общественный порядок, а несколько человек представят свои проекты. Всего в путь отправляются 27 парней и девушек, которые пополнили отряд несколько месяцев назад. Была такая как бы мечта маленькая – пойти в будущем работать в правоохранительные органы. И, соответственно, как бы нужно было как-то это все попробовать. Изнутри посмотреть на это все. И «Тигр» для меня это прям идеальная возможность все это просмотреть изнутри, всю эту структуру, понять, нужно ли мне это и хочу ли я в дальнейшем работать. И в целом, да, я хочу в будущем связать свою работу именно с правоохранительными органами. Вступил я в отряд с самого начала образования его, что мне дает, ну, это новый опыт, во-первых. Во-первых, это, во-вторых, это, наверное, интерес и, наверное, опыт, который мне пригодится в дальнейшем работе в органах. «Тигр» появился в регионе в декабре прошлого года по инициативе губернатора Олега Мельниченко. Он объединил самую активную и сознательную молодежь. В сводный отряд, который отправляется в Самарскую область, вошли ребята из Пензы и разных районов области. Самые лучшие из лучших представители нашего отряда. Ну как лучшие из лучших? У нас все лучшие из лучших. Но это те ребята, во-первых, кто проявил свою инициативу, во-вторых, был готов туда поехать. Это студенты среднеспециальных высших учебных заведений, и возраст у них от 18 до 19 лет. Домой парни и девушки вернутся в конце месяца. Сейчас в области в отряд содействия полиции входит 565 человек. Осенью ряды «Тигра» пополнит еще 430 бойцов.